Начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый лишился своей должности. По решению мэра объединяются два управления – транспорта и промышленной политики и связи. В результате таких решений уже экс-начальник управления остался без места. До этого Сергей Суковатый пытался судиться с администрацией города. С конца прошлой недели Сергей Суковатый не ходит на работу в мэрию. Об этом хабаровским журналистам рассказали в пресс-службе. Его должность сокращена в связи с тем, что управление транспорта вошло в новую структуру. Транспорт плюс промышленная политика и связь. По словам пресс-секретаря, новая система позволит уйти от выполнения дублирующих функций, таких как проведение конкурсов, мобилизация доходов и погашение задолженности по недоимке. В мае этого года чиновник подал в суд на мэрию сразу два иска. Поводом стали дисциплинарные взыскания, занесенные в его личное дело. Начальнику управления транспорта вменяли то, что он временно изменил маршрутную сеть возле аэропорта, где идет реконструкция. В администрации посчитали, что принимать столь кардинальные меры чиновник не вправе. Адвокат Суковатого настаивала на том, что повод для взыскания надуманный. Получается та ситуация, что любая реконструкция, связанная с ремонтом автодороги, связанная с проведением парадов, шествий, переносом любой остановки, это в ведении только мэра города Хабаровска. Ну, мы не согласны с данной позицией, поскольку у мэра есть подчиненные, которые должны все-таки решать свои текущие проблемы, а у мэра они более глобальные задачи. Еще один иск касался выговора за плохое поведение. По данным представителей мэрии, Сергей Суковатый нарушил кодекс этики муниципального служащего. Недостойно вел себя на судебном заседании, когда рассматривалось дело в отношении перевозчиков. Впрочем, оба иска суд отклонил. А спустя месяц уже экс-начальник транспорта лишился должности. От интервью он сегодня отказался. Кто возглавит новое управление в пресс-службе мэрии, пока не сообщают. Наталья Курченкова, телеканал «Губерния».